Калі тата быў школьнікам, ён вудзіў рыбу з дзедам на нашым возеры, а сёння возера абмялела, і мае дзеткі магчыма яго не ўбачаць. Глобальное потепление может как высушить реки да озёры, так и затопить палетки с урожаем да поселища. Але каждый может изменить звычки на экологичные. Не забруджувать водоемы, примать душ, а не ванну. Мыть не проточной водой, а для поливу сбирать дождевую воду, каб поменьшить уплыв на климат.